Как любить и ценить жизнь, несмотря ни на что? В зале Одинцовской библиотеки номер 1 собрались дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и пятиклассники 7-й гимназии. Для них подготовили интерактивное мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида. На мероприятии у нас будет присутствовать как школьники, так и люди старшего поколения и ребята с ОВЗ. Таким образом, у нас инклюзивное мероприятие, состоящее из разноплановых номеров. Это и музыкальные, и танцевальные, и музыкально-литературные композиции. Вести активный образ жизни возможно даже тогда, когда нет ни рук, ни ног. Это доказывает пример Ника Вуйчича, о котором юные гости узнали из фильма, продемонстрированного на большом экране. Привели ребятам примеры и других успешных людей с ограниченными возможностями здоровья. Сами дети смогли ощутить, как работает воображение при отсутствии одного из органов чувств. Для этого детям включили аудиозаписи звуков природы. А специальными гостями интерактива стал творческий дуэт, который исполнил калмыцкий танец. Ольга Дмитриева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».